Все, пошла запись. Давайте-ка, блядь. Активней, дамочки, активней. Шевелим булочками. Тебя посадят, ты, блядь, не спрашивал разрешения. Блядь, не загораживай мне, блядь. Кто там, блядь? Уйди отсюда на коне, блядь. Так, ну шо, давайте я зайду сейчас. Развратный херня, ну-ка, ушли отсюда. Разошлись. Да, чё за хуйня, блядь? Только началась съемка фильма, блядь. Тут фильм снимают художественный, блядь. Вы что, блядь? Разошлись, говорю. Дренейки на пляже называется, блядь. Здесь съемка видео запрещена. В смысле? Да, давай камеру. Полагает, когда пошли в инст. Пошли, пацаны, в инст, точнее, девочки. Кидайте плюсики, сейчас пересобираю. Там хоть маунт нельзя, блядь, чё пересбор. О, красный. Ну, блядь, а я знаю, как сделать. Пригласить стража Азерота. А Таурента нахуя разделся? Ну там... Ты дай мне ассиста. Вакханалия какая-то, блядь. Где мои дри... А, вот они, две стоят. Так. Ничего не поменялось с того ухода. Тиран, начинай танцевать, что за хуйня? Черная танцует, оранжевая... И у меня танцует. А у меня пока ты стоишь, нихуя не делаешь. Так, кто еще? Ничего не знаю, у меня танцует не... Ну вон они, в этот... Сейчас. Я вижу, я кидаю. Нихуя, ты смотри, гоблин подошел, начал выписывать его. Сука. Потом, короче, будет это, 18+, нахуй. Корова, осторожно, блядь. Не попадай в кадр кольцом из носа, блядь. О, грудь крупным планом. Так, что, всех? Да, всех. Все, по-моему, ну. Че, стрим подрубить, пацаны, а то не все могут это видеть. Не все могут. Да, никто это видеть не хочет. Просто не всем интересно. Стрим на Дискорде подрубил, но вот, не все конечно. Могут от первого лица играть. Вот так вот, ебать. Там можно заходить танковать? Да, можно заходить проносить. Всё, Степанида оделся, бля. Нихуя, как вы быстро все перевоплотились. Да, пора личность, Степа. А это кто? Локал. Зеленый призрак. Интересно, как будет выглядеть рейд от первого лица, блядь? Я как-то пробовал, блядь, вайпы были. Удивительно, почему? Угу. Это было на Халионе. Прикольно, так цепуха из меня идет. Я так, когда перебухаю, из меня цепуха тоже идет. В толчок, да, чтобы дверь не открывать. Хорошо, когда из задницы. Мзай, сядь на вторую цель, пожалуйста, позбивай косты. Ой, блядь, цепуха. Основной кто-нибудь дособьет, а вот второй... Второй кто-нибудь дособьет. Да ты бешеный монах, блядь, бегаешь, не фэсил. Главная пытка из одной руки, которую ты назад отодвигаешь, а вперед другую руку выставляешь. Чё за хуйня? А он панда перебухал, перепутал. Левое, право, вверх, вниз. Я типа следи за рукой, а бью с другой руки, нахуй. Не, глянь влево. Смотрел такой фильм, там следи за рукой. Да. Я знаю, глянь влево и слева. Как забайдить Войта, рассказать историю про фильм. Смотрел такой фильм? Это ж Терминатор, блядь. Сука, блядь. Он у меня квадратик стоит. У тебя любимые фильмы 2000-е, да? Любимый герой, как Патрик Суэйзи, я не знаю. На ней. Пропала. Курва! О, бля, нравится, беру нахуй. Поставьте шкаф. Сейчас курву доберу. О, курва. 225-я ДК. Давай посмотрим, ебать. Пишет 222. 225-я курва. А сейчас все дадим. Догоним, еще раз дадим. У нас тут паладина жопой жить. Че ты... Ты на двоих. Нельзя применить к этой цели, он, походу, не закрывал. Ну-ка, еще раз.
да. Ну все. Он колом. Курва. О, курва. А, ладно. Что, не успел, на. Затролить. Да как уже. О, курва. Ну, блядь. Вот 4 можешь закрыть, блядь. Так-то, да, можно. О, лок. Царевна, тебе чё? Сколько токенов осталось? Сарижа, сколько тебе токенов осталось? 47. Тогда одного токена? Или до двух? А, то есть у тебя уже 3-4 есть. Так, все, пушечка, лок. Все, типа упало. У тебя 3 токена сейчас есть. И остался последний. Не, у него 2 токена и 400 с лишним жетонов. А, все, понял. Я просто думал, что он одной цифрой ошибся. А если выпадет, я не покупал специально, что вдруг выпадет, второй купить. Да, понятно. Ставлю рыбку. Напишите сейчас в рейдовом чате, если вы ролите не на свой спек, на какой ролик, чтобы я заскринил. Все, все кинули. Он зайд, он что-то писал. Ну, или мой роль. Сейчас он в чат напишет. Все, заскринил. Кто что держит-то, дядь? Дядь, ты заебал. Прикинешь, как человек зайдет. Он двоих заебись подержит. Кто, Валера? Да. Да, я согласен. А губ троих. Да, Валера, на. Ты на. Там как обычно. Коба есть. Да, заебись. А Коба. Коба, ты на Киглере и Слепоглазе, а Гук ты на короле. Сейчас поставлю метки. Король в кресте. И Киглер Слепоглаз. Ты же хил. Это ж мотка и на хила в том числе заходит. Ну, конечно. Да. Метки нет. Я. Валера, Олма. И был что у нас по хилам, кстати. Там прожимок нет нихуя. Степанида, сдавай, я тебе когда скажу бабл сакру. И Ганнибал, когда я скажу, сдашь бабл сакру. Валера, сначала прожмешь 50 на 50. Понял, основал. Да, тераторка это. Все поели, бафы скинули, что там лок. Насрать на него, короче, я готовность проверяю. Лок. Он заходит. Ласку можно не перебивать? Ну, если она у тебя не закончилась. А, да, не перебивай, не. Выпейте, кстати, я сам не выпил, блять, охуел. Минус кнул, Валерий. А, да я вижу, что выпили люди. Матимео не выпил фласку или у тебя заканчивается уже, посмотри, Матимео. Да, я сейчас выпью перед пулом сразу. Mm-hmm. Ты не забудь. Так, ну все, все готовы. Кулак просит ДК дать. Ганнибал, насколько помню, кулак дает. Коба дает каски, типа не дает МП5. Скажешь, да. Когда дадут тебе кулак ДК? Все дали. Все, даю отчет. Поехали. Степанида, сиди в основном на тераторке. 4, 3. 2, да, я бухло забыл взять. Ну ладно, похуй. Геру! Все, вижу, знал. Степанида бабл сакру. Валера, скажешь, как будет заканчиваться бабл сакру? Три секунды, две. Понимал, скидывай бабл сакру. О, тяжело, гро. Все, поехали. Крест. Mm-hmm.
Ну, уже вообще не так уж и пробивает, честно. Такая тычка чисто на 60% хп. Ну, это не 80, не 90, как раньше было. Да. У меня хп нормально так изменились с того момента. Да, и резисты подтянулись. Купил резисты на острове. Ну, хуя, если я их так все нафармил. Это шутка. Вовремя они, блядь. Так проще нафармить, ебать, чем вот эти жетоны фармить. Согласен. Там еще попутно... Хуйню ввели, пиздец. Поехали в Киглера, череп поставил. А я не отлетел. Блядь, дядь, пошли отсюда. Ржан, блядь, салам алейкум, нахуй. Пусть с тобой. Потом прям здесь. Оба, да ладно, ладно, я тебе верю, что ты сильный. Пиглера отдай. Я его не трогаю. Настолько сильный, что их даже не трогает, а агро держит, нахуй. Да, я вообще. А, инфикси, ёпта. О, бабл сьюзывит я. Хоть в этом сила паладина, в этом вся его игра. Мать, тренер, ты опять выпил? Кола. Он-то походу не выпил, а закинулся прям. А тут кола с вискарем. У меня тоже есть, только пепси. Блять, потому что ты не захотел второй вискарь расчехлять. Тебе и так уже было достаточно. Нет. Выход не только начинались. Бля, меня ШП разъебал, охуеть. Попал, у тебя забрать гук? Или тебе нормально? Да, в ахуе вообще. Да, нормально. Ну, как скажешь. Нормально, нормально. Добивайте. Милики, отбегайте в любом случае на крутилке. Пиздуйте дизармы. А сейчас как раз вихрь будет. Да, может, вихрь 3 секунды, может не подходить. Никогда. А есть там, блядь, ладно, похуй. Похуй. Там она сейчас кончится, нахуй. Мне аж интересно стало, что там за ШП, блядь. Кингсман начало кто-то посмотрел. Я и остальные кингсманы не смотрел. Бля, зря. Там есть шутки прям такие. А, про жопу, блядь. Да, это не только жопа. Как он в церкви там, блядь, словил приход. Тоже прикольно. А, убивал там всех? Да, вообще. Ну, но я не смотрел. А ты заебав. Да вот бухла, сука, мне не хватает, блядь. Ну, я же скинул, блядь, в ГБ. Да я его не взял, блядь, ты чё? Дайте кто-нибудь этому бомжу в ГБ. Лол. Ваншот. Бывает. Только не лутай ты, сундучок, пожалуйста, дайте человечку встать, добежать. Он может не вставать. Да, ну всё будет, ни разу такой проблемы не было. Блять, просто бля, ну крутой. Назару ноль. Один тот же постоянно лут, один и тот же. Чё я? А, я лут не поставил. Чё, поставим? Вот это вот херобора надо кому-то на успеке, там ещё куда-то. Гук, тебе правый, мне левый. Вы сюда. Трансмок, это дис пароль. Сюда вытягивай. Здесь стоим танкуем. Можно. А, ну хорошо, где так. Кожаная башка кому-то нужна? Свести можно. А в спеке там. Еще куда-то. Второго бьем.
Паладин, разбойник, шаман, рольте. Нахуя? Давай, Коба, я в тебя верю. Ну ладно. Пусть Валера лучше заберет. Нет. Валерия-то на хила? Да. А, стоп, подожди, Глук, подожди. У тебя нет плеча? У меня есть плечо. Глук, у тебя есть плечи? Да. Бывает. Я бы все равно проверил. Сдит. Тоже Навара прокожная. Ты чего? Блять, фир нахуй. Что-то там не снимают? Да нахуй тебе эта башка, ты что там, блядь? Ладно, там РПБ еще было, хоть как-то я бы понял, что тебе эта кожа нужна. Так, блядь, там говно статы для тебя. Гук, вставай за меня лучше убирать всю стеночку, чтобы они кливы. Въебит. Коба, ты агро выключил после танкования? Да. Ну так, чисто на всякий. Просто спрашиваю. Что там происходит? Суета. И что не так, я не пойму. Монки, тебе запретили разговаривать или что, духи? FPS, ну это компудахтер. Ну косты, сядьте, пожалуйста, громил. Блядь, думаю, что за хуйня, забыл опять внутренний огонь, блядь, дать. Еще плюс к выпивке. Ебала, сука. Ой, помогите. Да я. Ну я скинул уже, что там. Мне не нужна твоя помощь. Хочу его оторвать. Очко себе оторви. Давай, сучка, ну почти оторвался. Ну, бля, будет сложно. Так, рыбу нет смысла ставить. Разбегайтесь сами по кругу, не впадло метки ставить. Танки. Валера, ты на бойсе, Гук, ты второй танк. Напуливайте. По напулам у нас монки ты сдаешь в тераторку, и в тераторку сдает сайбот, а боуджоп ты сдаешь в гука. Все шо, стопайте ДПС, сальвы скидывайте, буду говорить. Ну, Валера, ты будешь говорить, короче, не впадло. Особые какие-то тут приметы есть? Что-нибудь? А ты первый раз? Ну один глаз у него, ебать. Сейчас ты первый раз, да? Да. Не, сейчас ну я... А ты танк, да? Да. Ну, тебе нужно просто стоять, набирать агро. То есть перегревать не нужно, ты стоишь рядом с первым танком и набираешь агро. Твоя задача находиться на второй строчке по агро. Если ты не на второй строчке, то начинают милики умирать. Там он бьет любого милика, даже если агро на РДД, если ты не второй. Вот, вся твоя задача. Ну и босс будет стягивать всех и в камень превращать. Ну, ты был, да, на ДДшнике здесь или нет? Да. Ну, все тогда. Все, я понял. А разница только то, что мы за танков, ты стоишь справа, я слева, грубо говоря, его левая рука, это твое правое место, грубо говоря. То есть он когда притянул, мы возвращаемся под него, но стоим, ты справа, я слева, все. Все готово, даю, блядь, ебать место тут за боссом, ну ладно. Я иду туда уже. Опять бухло взял. 3, 2, 1. Будет на что отмазаться. Бать, напулили бодро. Перед лицом вставай. Вот ты справа, я слева, условно говоря. Ну, на откидывание. Скоро притяжка там быстро. Так, почему паладин так сильно по агру внизу?
Да, дайте на пул паладину, иначе поздыхаем. Да. Сдайте что на пулы во второго танка. Гук, гук, сдайте побольше на пулы. Ну, Локи, раскол прожмите, блядь. Убежали. Причем, Big Brains надо быть. Давайте, куда вещи там побежал? Сарижа? Знаю, ну глыбы прожал. Ну понятно, глыбу, он-то других задамажит. А, в глыбе убило его. Да, и Аркрайт БР, пожалуйста. Че по БЛам у нас? БЛ, сейчас станет. БР. БЛ, БЛ был. Бля, да будет рок, скинь игру. Слеер тоже скинь, раскол прожми. Гук есть. Все, нормально. Следующий это Кокоба. И то далеко. Ну, он не на втором месте там, Гук. Дайте сальву Слееру, Степанида, дай сальву. Сейчас закинем его. Я не достаю. Есть сальву, скидывайте Слеера, все. Напуливайте все на Гука. Все нормально, на второе место выбрался. Верните, ну, следующий на пул, как обычно. Еще и грудак не намазал. Еблан. Грудак такие рейды мажешь? Да там стоит-то копейки это масло, что не мазать? Да, ну, не хочу тратить. Ну здравствуй, Сало. Женька и припоты пьет в каждом рейде, даже карри 10. Я сейчас не пил, не пизде. Переотводим завал здесь. Я вообще припоты брать не стал. Они всегда со мной. Я только на кару гер возьму. Дар земли 15 секунд. Ант, скинь игру, боуджоп. Нихуя. Быстро тогда же притворяешься. Угу. Слайер, опять набираешь агро, дайте сальву, если есть. Я только что локлу скинул, чтобы он сместился. Гука, дар земли. Разбежались. Сталик. Нормально, нормально стоим. Как много еще сала я поймаю. Вообще не выхожу с него. Вот я такая же херня. Такое ощущение, что да будет рок, если... А, нет. Ну вот сейчас, кстати говоря, видимо это... Я понял, как у локов. Кто сало ловит, тут и по агро опускается. Да. А, где этот? О. Да... Да нормально. Все заебись. Да буди, да будай. Да буди, да будай, да буди, да будай. Снова Сава. Ну опять. Я ему понравился прям, я чувствую. Сколько можно, блядь, Саве стоять? Он меня обожает. Ёбаный завал еще. Ну чё нет-то, да? Все правильно, стою, все уже в дом, один, все блядь. В дом. Тридцать 6 секунд до притяжки, наверное, будет она, я думаю. Да ёбано, перебежал в другое место, завал начал кидаться. Я бы лучше от завалов подвигал, чем каждый. Еще один завал, да сука, блядь, я же один, не бывает такой вероятности. Вероятность резиста ему лейт импрувит крайне мала, не забывай об этом. А разве раньше, кстати говоря, Грул убивал вот этой хуйни в глыбе мага? Ну, дело в том, что на тебе нет стаков. Ой, нет этой... Я не знаю, как это работает на самом деле, но меня убивало тоже, да, на маге. В бабле вроде убивает, разбегайтесь. За прожибальным бабл сакру, под, ну, массакру под эту хуйту специально. Ебать, не ноль снесло. Уклонение, но, ебать. Не работает. У меня уклонение типа прошло. Давай. Поле
больше сала, богу сала, ё-моё. Это магический меч, по-моему. Ну, вставай в один момент, ловим сало. Да я из него не выхожу. Мне даже прожимать раскол не надо было, я просто в агролисте не находился. Парольте бошку тканевую с меткостью. Слэйра тебе зачем? Так, ради интереса. У тебя же это 9. Хочет избавиться от него. Ну, если он ролит, значит, у него не докап меткости и хосты. Ну, может быть. Хосты. Ну да, духа избавиться, слушал, всяко лучше. Да, а я бы не сказал, если у тебя капы есть, эта шапка не нужна. Блять, от духа избавиться, взять меткость, потом перебить сакеты, что-нибудь такое. На тебе, тебе дух все равно дает нормально. Если сравнивать с меткостью. По ноже пороть. Там вар написал, так. Мне можно, блять. Может, ему надо все руки? Ну а че ты не ролил? Я как могу? Я смотрю на ролл от меня, да? Сейчас вару отдам. Так, сейчас все паролли. На старт. У тебя нету, что ли? Да, вижу, нет. У тебя разве не точь в точь? 57, 57. А, это крит вместо меткости. Ну да, согласен. Идем на магик. Ну хуя-то уснул. Гук, а ты на кубике любишь стоять? Ну я на сыче стоял, нормально. На маге. А сычевка это твой маг? Да. И чё, мы... О, пусть на баре стоит. Да, давай мы с тобой ролл кинем, у кого меньше, тот босса танкует. Да, жесткие, блядь. Да кубик заебись. Да, да ты тут, нет. Причем ты стоишь априори. Босса танкуешь, блядь. Ну, Гук-то ни разу не танчил босса, поэтому лучше пусть на пол встает. Похую, что делать надо, расскажи. Не-не-не-не-не, Гук, так это не работает, кидай ролл. Давай. У нас все только через ролл, давай. Только я, блядь. Валя, значит, босса, работай. Ты выиграл кубик, ебать. Да, как ты на кубике. Блять, такой ролл просохатил. Пиздец. Не благодари. Там все равно ничего не падает. Забайтил на ролл, блядь. Да все равно так не работает. Ну как-то у нас рейди был ВК. Телек в три раза, ну, три шмотки, три раза подряд сотку кинул. У меня такого не бывает. У меня вот 90, 80, а потом... 3, 7, 10. У меня вот то же самое, только без 90 и 80. 4 5 утра, да? На пол 6 всегда. Ага, я понял вас. Блять, тебе как сегодня разрешили столько играть, я не понимаю. Ты подсыпал ее что-то в чай, блядь, говори честно. Она просто в магазин ушла и до сих пор не вернулась. Если магазин, ага, время. Блин, дверь закрытая оставил. 11 часов, блядь, вечера, ага, в магазине я. Давайте ставьте шкаф за слоником. Локал, тыкай. Чё тыкать? Так и быть. Мы еще тебя фазму заберем сейчас. Пошли в ход, какая нахуй фазма? Вот его именно, пошли в ход.
Пару арамчиков, пару... Играйте в фазму, когда меня не будет. В фазме есть один плюс. Можно послушать, как Мунки это... Да-да-да-да. Не визит, да, он играет. Он визит, знаешь. Он ну, вот на тебя ругается в любой игре, понимаешь? Ну вот и пошли в ходс поиграем, потом мы спать пойдем и вы там... А что, шкаф будет? Я вообще в ходс, ебать, сколько не играл, не помню половины персонажей. Да что ты, блядь, закрой рот свой. А шкаф будет? Аж разбудил, блядь. Разбудил. Ебать, якут агрессивный, нахуй. Ты что, думал, в сказку попал, ебать? Да разбудили древо. Якутск не езди, нахуй, тебя отхуярят. Знаешь, сидит, короче, он там в позе лотоса медитирует, нахуй. Разбудили просто. Смотри, мы сейчас договоришься, мы Кракена выпустим. Сцепи его с ними. Он там все равно отклеивается. Знаю, Монг, это Кракен. Это играл кто-то в God of War 4? Ну, это что за игра? На ПК. Про Кратоса. Ну, он богов убивал там олимпийских, потом нет. Скандинавских пошел убивать. Олимпийских? Это что? Кто, какие? Ну, эти Зевсы, Зевс. Там, Хуевсы, вот эти все. Блин. Греческие, если быть точнее. Да, олимпийских не существует. Ну, почему? Блин. Они же на Олимпе восседали. Значит, можно... олимпийские. Но это... Не олимпийские, а как по-другому звучит это выражение. А называется Олимп. Боги Олимпа. Боги Олимпа. Да, значит олимпийские. Они олимпийские. Не, ну знаешь, что по такой логике, Аид не был на Олимпе. Да и похуй, в смысле не был, блядь, он туда частенько заявлялся, ебать. Не, ну он же там не восседал. Ну он мог, ему предложили, просто он не захотел. У него было там только пердалище. Так, ну чё, погнали? Погнали нахуй, ебаный рот. Я снимаю. От огня вы бегаете, от этого дождя огня. От золотого. Уж ты массу сулить вообще похуй. Бай? Сейчас ты только бейте. Как зовут его? Бай? Эй, бай! Чё, можешь алкашку? Люди, вы правильно поняли, у нас неадекватный РЛ. Да. Потому что шмотки не отдаю кожаный варом. Вот еблан. Вообще пиздец. Холи паладином шмотки на дух не отдаю. С духом, ну, сливаю. Вот шмотки с духом, это прям самое обидное. Да, прям сердечко. А я вот смотрю, как ШП в двух мобов кастует это. Иссушение. Нормально. Погнали направо. Бля, главное, что оно работает, нахуй. Ты чё, про жену сейчас или чё? А, ты поэтому играешь? Ебать, шутки пошли нахуй. Главное, что оно работает, слова Альфонса. И по скозырей, да, зашёл? Да. Не, если бы я мог бы себе позволить быть Альфонсом, это было бы заебись. Я бы тоже, если бы мог, было бы заебись. Позволил себе вести как свинья в гостях у друга. Мунки, я как ты не умею. Вот это хуй отопнул сейчас. Ой, да не пизди ты, нормально я себя вел. Да ты у меня еще хуже в гостях себя ведешь. Я вообще молчал, кстати. Пиздец, блядь, приезжай, блядь, я в гостях хуй че буду делать. Ты имеешь в виду посуду не мыть, не мусор не выносить, да? Вообще нихуя. Так, мне нравится, в гости приезжаешь, кавалер, он такой, ну... Вот там возьми себе постельное, сам себе постели, ебать. Там. Ну, чё, ебать. Сходи в магазин сам, ебать, сгоняй за колой, нахуй, мне похуй. Вот именно. Ты ко мне приезжаешь, тут, ебать, все готовенько. А я чё, научили, скажи, что я с тобой в магазин, блядь. А чё, все мобы кончились, ебать? В смысле? Нет, блядь, они как-то по-уебански. В магазин идешь, потому что, нахуй. Потому что. Вот наверху остался. Блядь.
А, бля, я ж тут танкую. Все, один человек на кубе. Да, один. Два, три и танк еще получается. Все нормально. Печенька. Печенька. Сюда. Ой, ебать, must dispel пристав, еби. Прист, must dispel. Так, печенька, потом что? Прист. Бля, ну где must dispel нахуй? Так, вам шипа. Звездочки. Ну стойте, стойте, не торопитесь никуда идти. Каска, блин. А, нет, слышишь? Я, короче, понял, что они сделали на самом деле с дождичком. Mm-hmm. Они убрали трату бэкдрафта на дождик. Но если у тебя бэкдрафт есть, у тебя дождичек так ускоряется, как будто бы он тратит стак. Чё за чушь? То есть, типа, у тебя стаки бэкдрафта висят, но они тупо не тратятся на левый. Это хуета полная. Да. То есть они по факту не занерфили, они пустанули, скажем так. Они апнули, причем сломали попутно. Да. Не, ну, это как прочитал, потому что обратный все. Поток. Обратный поток. Скорость произнесения и время восстановления разрушения уменьшается на 30% так. Все верно. Поставил метки на кубы и метки на вас, соответствующие, где вы стоите. Посмотрите внимательно. Так, а ты мне не поставил боссом. Ну, иди нахуй, потому что я плохой человек. Короче, это, по сбитиям костам. Ой, ну с креста сам хант позбиваешь, хорошо, там, кусом виверны. Или что там у тебя там сбивать, не помню. Пару костов собьешь дальше уже с Алиумом. С трусов Матима собьешь каста первый, дальше уже тоже похер. Так, ну там все остальное хуйня. На звездочку мураль сядешь, тебе нужно будет со звездочки позбивать. С печеньки позбиваешь анзай, хорошо. И с ромба позбиваешь войд. Да. У ханта нечем сбивать, он не брал укус. Блять. А магу чем сбивать? В смысле, ты серьезно сейчас? Антимагический. А. Только тебе каст целен. Ну да. Блять, кресту позбивайте, я даже хуй знаю, кто там, блядь. Рога, сейбот, позбиваешь кресту, хорошо? Похуй завешать. Ну я на крайняк стан могу дать, че. Ну и, ну на трусы поглядывай, фрейс, со второго коста начинай сбивать. Все, короче, даю отсчет, погнали. Дайте сначала мобов свести, Валера, ты справа троих приводишь. Пау, Гук, ты приводишь слева двоих, даю отсчет. Подождите, их сведут, я скажу, когда можно бить. Можете пока в основную цель только побить, которая на ромбе стоит. Все, поехали массово мелить. ДК, давай, бомжи. Хилим. А можно масс диспел? Масс сейф, Валера, стяни. Валера, сейчас стяну. Да, да. Скажешь, как будет заканчиваться. Угу, закончилось. Лук, стяни. Лук, лук. Масс сокру. Лук. Все вижу. Все добиваем. DPS. Активация босса, блядь, еще минуту. Минуту, да. Пошли по местам. Ебать, я на кубе не стою, охуеть! Ну, опять же, вот ребята. Сразу не бейте, дайте спокойно довести. Сразу со всей силы все прожимки нажимаем, хуярим по боссу. Ну сорвет нахуй тут. Да я шучу. Сдох. Антитактика. Монки, скажи, что ты об этом думаешь.
Блять, я как-то раз челикам антитактику рассказывал на Халионе, говорю, блять, говорю, вставайте в лужу, там ДПС поднимается. Они встали, прикинь, вайпнулись, блять. Потом на меня ругались, говорю, нахуй ты... Надо слепо РЛ убить. РЛ сказал, блядь, я встал. А чё, есть этот... Мухлишка. Гильбанк. Гильбанк. Чё, 18 минут у тебя отхдышиться уже должен был? Нет. Не вижу гильбанка, спасибо. А, о. Да, пожалуйста. Быстрее, бля. Ох, ебать! Накидаю сейчас. Ждем, ждем, на пулы только бьют. Бля, на пулы слишком не бей, заебатно бьют. Не бей, не бей. Все, поехали. Бля? Геру. А че не под кубой? А, потому что я могу, нахуй. Ну ладно. Что у меня? Мне не показывают время кубов. Показывают у кого-нибудь? 30 секунд. Лок добавил. Ты отвечаешь за кубы. Ты отвечаешь. Отвечаешь? Отвечаю. Вообще ни за что не отвечаю. На пулы сдайте. 20 секунд до кубов. 10 говори, чтобы забегали. Десять секунд на кубы вставайте. Ждем каст. Нажали. Нажали. Держим, пока хп не снизилось сильно. Поп, сбежали. Не забудьте. Не стойте возле платформы. Вжали стенки, смотрите, курите. Я не курю. Так ты домашний. Ой, зря. Не ну, домаш. Зато ты пьешь. Не похуево. А я этого не стесняюсь. Вон Коба, к примеру, трезвеет. Зато Монки за тебя стесняется. Комплекс. Ну, Монки полутал. Знаешь, как бывшая, которая когда-то любила, а потом разочаровалась в человеке. 15 секунд до кубов. Да, после откидки на кубы вставайте. Все, на кубы встаем. После отсидки нажали? Отсидки. Смешно, смешно. Нихуя у меня нефритовые стрелы продамажили на кубе. Охуеть. Каждый тик, блядь, по 15, по 20 тысяч. Ебать. Ты бы еще был по ДПС, а там хотя бы в пятерке был бы. Ну если ты, блядь, стер с мобов, нахуй. Ну нет, ты не выебывайся, нахуй. Стирал, а нахуя? Блядь, ну потому что совсем разный ДПС мобов у разных классов. Ну вот я о чем и говорю, где-то там. А я тоже не стирал. Че не стирал, носки? Да, да. Ай, правильно, не надо. Настоящие мужики не стирают. Сколько не царский это дело. 15 секунд. А нормально дамажил, еще дохуя. До 30%. 10 секунд, встаем на кубы. Ща ебанет. Нажали. Или не нажали. Бать, это урон. Все отошли к стеночкам, сейчас будет падать потолок. Прохильте Гука, иначе он откинется. Он его ревность несет, Рок. А, вот нажали, прожимочки отдали свои защитные. О, блядь, стянул чуть-чуть. Теперь надо прохилить его, сходить кому-нибудь по стеночке. Серый. Там есть типа нида, блядь. Понял. Там ханты аккуратно под босса трапы ставьте, потому что он там потолок под себя сыпет. Это песок сыпет. От старости, согласен. Удобряю. 20 секунд до кубов. Мне кажется, мы такими разговорами потенциальных рекрутов отталкиваем.
Значит, 10 секунд делаем. Бубок, на кубы встаем. На кубы встаем. Ну это может быть наебало, потому что таймер слетает. Все возможно, не отрицаю. Слишком быстро. Нам нужны люди в гильдии с двумя сторонами. Первая сторона адекватная, вторая неадекватная. Ну, почему ты нажимайте. С одной нажал? Кубы нажмите. Все, красава. В последний единственный и возглавляешь. У тебя только неадекватно. Потом на Оне не забываем, ебать. Вот сейчас поливаете по привычке. Пусов не упал, а что такое? Два раза падал, а что ты не упал, блядь? Снова. О, блядь, сейчас ты не переролил. Локал выиграл. Хулиган. Да, хулиган. Хулиган вообще не влез прям не в попад. Куда ты полез? Не, блядь, не буду ролить, сейчас кому-нибудь я засуну. О, нормально. Прольте голову, Мактеридан. Бля, вдруг кому-нибудь внутри была сумка, это нужно. Вот именно. Лох. 20 слотов, блядь. Да похуй. Все пароли. Я да. Сумка вообще никому не нужна. Ну ты мне нужна. Еще бы 2 сердоля достать. В натуре? Ебать. Да. Серьезно? Пароль ты тканевые перчатки. Это мой мешок был. Хулиган, с тебя комиссия. Бля, Мак, блять, портал поставил, съебал. Офхенд парольте. С духом. О, поджиг, спасибо.